Спасибо большое, Вячеслав Борисович. Я очень тронута. Удостоверение Ордена Отечественной войны первой степени от имени президента Российской Федерации спустя 76 лет после войны торжественно вручили дочери героя. Леонид Петрович Петров прошел всю войну. Не один раз встречался в боях с фашистами лицом к лицу. В самых, казалось бы, безвыходных ситуациях брал командование на себя и отбивал контратаки противника. Начальник штаба 3-го дивизиона, старший лейтенант Петров, принял команду на себя, дал команду развернуть, находясь прямо на марше, дивизион боевые порядки, а сам с солдатами и несколькими офицерами, с винтовками, автоматами и гранатами бросились на врага. И они автоматным винтовочным огнем, штыком, гранатами, фактически в рукопашной схватке, они обратили в бегство около 200 человек фашистов. 1 мая 1945 года перед самой победой был тяжело ранен, потерял руку. Во время присвоения ордена Леонид Петрович находился в госпитале и награду так и не получил. Но память о его подвигах всегда хранила дочь ветерана. «Дома о войне не говорили», вспоминает Галина Леонидовна. О военном пути отца и матери, сержанте медицинской службы, узнавала из газет и рассказов однополчан. Он был горячим патриотом. Россию он любил больше жизни, пожалуй. Прошел 3 войны. Казалось бы, человек должен ожесточиться, если не озвереть. Он был человеком очень гуманным, очень добрым, очень интеллигентным. Фотографии, грамоты, газетные вырезки бережно собирала и хранила. Будучи педагогом, Галина делилась рассказами о подвигах русских солдат и жизненном пути своих родителей с подрастающим поколением. Считает это своим долгом, ведь отец обожал детей. Отец перед каждым ребенком останавливался. «Ой, какой ты хорошенький, как тебя зовут, Ваня? Галка, давай-ка Ваню угостим конфеткой». Я открывала кулек, он доставал, угощал Ваню конфеткой. Другую девочку встречал. «Как тебя зовут, Наташа?» «О, Наташа, вот тебе конфетка». Когда доходили до дома, на дне моего кулечка было 2-3 конфетки. Но я понимала, раз отец так сделал, значит, так надо. Но радостно мне от этого не было. Кроме военных заслуг, Леонид Петрович обладал необыкновенными душевными качествами, вспоминает Галина. Обожал природу, походы, был заядлым грибником, разводил голубей и обладал огромным жизнелюбием. Любимая его песня была «Я люблю тебя, жизнь». И еще любил песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Помните, мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. И отец мне сказал: «Галка, когда будешь слышать эту песню после войны, вспоминай, пожалуйста, меня». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».